Любовь наказуема или наоборот, как украсть невесту и остаться безнаказанным. Теперь уже никак. 26-летнюю девушку украли буквально на днях. Молодой человек умыкает ее уже второй раз. В первом случае конфликт произошел в Казахстане, где, собственно, и живут молодые люди. Невесту вернули обратно родителям. Но точку в этой истории ставить еще рано. В регионе умыкание невест с недавних пор уже рассматривается как похищение человека. Теперь виновнику грозит не только общественное порицание, но и лишение свободы до 5 лет. Похищение человека, поступить материал по всем инстанциям, обратиться в дед, и другие информации, и они зависят, Бог, мы с него отца, и они всякие юрги не тетца, даяни. Даяни, что это, дай вопрос, дай гулдовер, он манфет, только вопрос, да, вей мягко, ватхал. Расположение учитывается, сюда, на, или уход должен, или уход должен. Сухарный царь, надях кадалари, в Казахстане волочка, надях кадалари, так он я на ваша, это все там кубатеровоз. На встрече только Мистоевы, фамильные родственники со стороны молодого человека. Близкие с обоих сторон проживают в Казахстане. Халады, ногады, свечева халвизу, совместного халара, свечева халвизу, ногады, холты дацары, духам дедар, сагалиты, лазерды, гоян, лазерды, сон холос, тхону квачасха. Я бог, вей бог, когда люди, сухнет рад, дух галтер, да вей лил дердера, хана, сукегиш нахат, сус бог, кезик лил бы вей. Хаза студент же бы, кегина, хансек адаха, хагма деза, царты, юс формашка, хан сукегиш нах, цар лил дера, гуждух вей, дети. Подобное поведение не одобряет и Совет ТЭПов региона. Поступок, мягко говоря, некрасивый, тем более, если родители против родства, молодым людям о серьезности своих намерений доказывать нужно совсем другими методами, считают собравшиеся. Нагасаны, что горло хай хотвали, нагасан хай горло изжвали. Так дичи, богоят, не зато уха, не зато беха. Халса кули, хавар, и тут ишам дикс, йодя, дайга, ахвая, я саксия, азмахия, он дал де датсан, аха, сон ишам хэтс. Наглядный пример, чем может обернуться для молодого человека подобная дерзость, недавний случай, когда девушку умыкнули прямо из дома. В итоге настойчивый жених сейчас отбывает наказание. Незаконные религии не приемлет грубое отношение или насильное принуждение человека к чему-либо. На сегодняшний день немало семей ТЭПов находится в ссоре именно из-за таких неразумных поступков молодых людей, чтобы раз и навсегда поставить точку.